Всем привет! Решили вот подключить свой микшер-пульт к ноутбуку. Микшер-пульт Behringer QX602. Вот, используем переходник. Переходник у нас 4-пинный. В ноутбуке гнездо с функцией подключения гарнитуры, значит, тоже 4-пинное гнездо. Соответственно, к разъему микрофонному подключен шнур и выведен в AUX-Send. AUX-Send здесь звук, правда, идет монофонически, но для записи голоса, а нам нужно записать именно голос, этого достаточно. Второй шнур с наушниками, который выходной по звуку, подключен в канал Line-In 5.6 джеком 3.5. Звук будем слушать через наушники, которые поступают на пульт, обычные простые наушники. Подключение у нас идет через переходник джек RCA из Control Room Out канала. Подключен также микрофон. Соответственно, сейчас посмотрим, как это все дело происходит. Вот у нас аимчик стоит для воспроизведения музыки. А для записи, ну, сейчас такая реклама. Вот, соответственно, в источнике записи у нас стоит микрофон. Ну, так как это гарнитура, он его так распознает. Канал у нас моно, потому что у нас AUX-Send с пульта выдает монозвук. Ну, соответственно, здесь вот ставим тоже наши наушники, чтобы звук воспроизводился назад у нас через вот эти наушники, а не через встроенные динамики ноутбука. Ну, сейчас проверим, как это все. Запускаем песенку на аимпе. Звук с ноутбука идет на пульт через переходник. Сейчас мы сделаем на пульте погромче, чтобы слышать звук в наушниках. Вот. Наушнички наши играют. Сидим, слушаем музычку, решили подпеть. Нажимаем запись в программе записи. Включаем микрофон и видим, что звук начал записываться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Конечно, пою я так себе, но записываться я не планирую. Останавливаем запись. Останавливаем воспроизведение. Вот. Можем также через эти же наушники таким способом подключения послушать сразу то, что мы записали. Нажимаем на play. Включаем микрофон. И вот слышно и видим, что самого себя. Звук начал записываться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Конечно, пою я так себе, но записываться я не планирую. Ну вот, все прекрасно слышно. Пишите в комментариях, как вам такой способ подключения. Вот, пишите также, как кто специалист, правильно ли все сделано. Мы это все дело, конечно, рассмотрим, что-то, может быть, поменяем. Вот, опять же, оговорюсь, пишите только те, кто разбирается в этом деле, а не просто. В общем, всем пока.